Палатки, потом починив его, перепроверили тот трикотер, который стоит в жилете испанца, и теперь все в порядке. Первый раунд наконец-то продолжается в этом финале. На весовой категории до 61 килограмма. Еще раз вам Гватемала здесь представлена, и Испания. Перепроверка 3-0, 3-0. Бронзовый призер прошлого чемпионата мира в Швейцарии Альварес вышел вперед, хорошо лидирует. Первый раунд полностью. Так, стартовал у нас второй раунд в битве испанцы и гватемальца. Лидирует Испания. Кстати, у испанцев есть все шансы занять второе место в общей командном зачете. У них эта медаль уже пятая будет. Получается золотую медаль. Ну а здесь борьба за заработать результативное очко, сократило на отставание. Это второй раунд, я вам напоминаю, финальный бой в категории до 61 килограмма. И против Алехандро Видаля соперничает. Да, по стадиону автомобиля, и люди, и машины. Нет, как говорит эта мадам, не было точного попадания. Следовательно, 3-2. Прежний, по-прежнему в пользу испанца Видаля Альвареса. Come on!
Так, 5-2. Здесь как-то, знаете, сложно что-то конкретно говорить о финале, поскольку испанец все свои очки набрал исключительно из-за того, что он ошибается. Забивалые, но на самом деле просто все ровно даже на ногах стоять не может. То падает, то удар у него на ровном месте срывается. Эти ошибки в очках, казалось бы, не критично, но даже где-то мужчина волноваться сейчас испанцу. Даже больше скажу. Похоже, испанец досрочную победу одержит. Похоже, без него это решили. Судья услышал команду в Москве, стал Александра Виталий. Ну, а мы ждем сражаться с Махди Курах Нахамой. Оба финалиста не без труда добрались до этого финала, одержав несколько волевых побед. И здесь, я думаю, что преимущество на стороне Изалдибирова. Он и постарше, поопытнее чуть-чуть соперника. И шанс у сборной России на четвертое золото, друзья.